О, конфетка. Интересно, чья она? Не ешь ее, это, наверное, чья-то конфетка. Съешь, съешь эту конфетку, не важно, чья она. Лучше съесть. Вкусненько. Ох, опять это домашняя работа. Так не хочется. Ксюша, ты должна делать уроки. Если нет, ты получишь двойку. Зачем тебе уроки? Зачем тебе учиться? Иди поиграй. Ай, ладно, потом сделаем. А, теперь надо посуду мыть. Ксюша, помой, пожалуйста, посудку, помоги маме. Не надо мыть посуду, мама сама помоет. Ай, ладно, мама помоет. Почему моя кошечка на полу? Что я тебе скажу? Ксюша, ты должна сказать Маргарите, что ты поломала кошечку. Ничего ей не говори, пусть она там плачет. Ксюшечка, подойди к ней и скажи, что это ты сделала. Она тебе сразу простит. Я позже тебя никогда не буду слушать. Ну не надо. Рит, прости, я нечаянно твою кошечку уронила. Ладно, прощаю. Всегда говорила, что добро побеждает зло. Ой, да ну вас, ухожу я.